Больше миллиона казахстанцев впервые отчитаются о своих доходах. Уже с января в стране стартует второй этап всеобщей декларации. Об этом сообщили в Комитете госдоходов. Информацию о своих и активах супругов предстоит сдать учителям, врачам, спортсменам, работникам культуры и другим сотрудникам госучреждений. Сделать это нужно будет самостоятельно. На бумажных носителях не позднее 15 июля, на электронных до 15 сентября. Помимо госорганизаций, сдать декларацию обязаны будут и представители квазигосударственного сектора. Подать ее можно будет через ЦОН, либо с помощью мобильного приложения «Е-Салык» или посредством кабинета налогоплательщика. О такой необходимости казахстанцам, возможно, будут напоминать и в банковских приложениях. В КГД, кстати, опровергли информацию о том, что граждан, имеющих более 30 миллионов тенге, обяжут хранить деньги в банках.